Вас вітає служба інформації телерадіокампанії «Гомель». У студії працює Світлана Князєва. Глядіть у гэтым випуску. Доступне жилье. Об'єм уводу жилля з держпотримкою у наступному годі планується повялічить. 15 годов разом БРСМ означає юбілей. Лепшие декламаторы Беларуси, школьницы со Жлобина, стали переможцами республиканского конкурса читальников. Великая святыня Полесского краю 12 вересня отбудется хрестный ход судотворной иконой Божьей Матери Юровицкая Милосердная. А зараз об этом больше подробязно. Объем уводу жилья с держпотрымка в 2018 году повинен быть повеличены на треть. Как поведомил журналистам наместник премьер-министра Беларуси Анатоль Калинин, все лето этот показчик складе 500 тысяч квадратных метров. Механизм указа номер 240 повинен унести значный уклад у рост объемов жилевого будовництва. Вице-премьер так само отзначил, что до конца года кошт квадратного метра жилья с держпотрымкой не перевысить средней заработной платы. У наступном ходе ГТД динамика захаваецца. 20 верасня ў гомельскім гарвыканкаме пройдзе аукцыён. На таргі выставяць 5 зямельных участкаў для заключэння дагавораў арэнды. Усе яны размешчаны на тэрыторыі Гомеля. Першы знаходзіцца ў Раманавічах і прызначаны для будаўніцтва і абслугоўвання універсама. Наступны ў 19 мікрараёне. Тут плануецца будаўніцтва і абслугоўванне лазнева-аздараўленчага комплексу. Участак па вуліцы Клёнкаўскай прызначаны для будаўніцтва таунхаусаў. У раёне вуліц Фадзеева і Ефремова для размещения объекта громадского харчавання. Пятый участок размещены по проспекте Кастрычника. На им плануется будовництво объектов неустановленного призначения. Подробязную информацию об умовах проведения аукционов можно отримать по номерах телефона у Гомеле 41 97 86 або 31 09 48. Беларускаму Республиканскому союзу молодзі исполняется 15 годов. У нашем регионе молодежная организация объединяет около 80 тысяч человек. Яны могут проявить себе у творчих, навуковых и доброчинных проектах. Сярод найбуйнейших конкурс «100 идей для Беларуси». И он стал выдатной платформой для инновационной деятельности молодзі, створение перспективных науково-технических распрацовок. Проект «Открытый диалог» стартовал как широкая дискуссийная пляцовка, якая дала магчимость молодзі Беларуси обмерковывать проблемы и задавать пытания. Сярод галовных досягнений у Гомельского областного комитета БРСМ – развитие студотрадовского руху. Гэтым летом у составе студентских отрадов працавало больше, як 1500 человек. Адразу три представники Жлобина отримали перемогу на конкурсе читальников, який у рамках Дзён белорусского письменства сёлета прошел у Полоцку. А проча того, жлобинские школьницы оказались одинами, кто отримал специальный приз Республиканского союза письменников. С талиновитыми детьми познайомился Олег Сентеров. Город Жлобин, улица Красная, 3А. Теперь этот адрес ведает шмат кто с прихильников белорусской литературы. Миновито тут, у 4 классе, початковой школы номер 2, учится переможца Республиканского конкурсу юных читальников Даша Хаминка. У 4 А 24 учни, классный керівник перекананы, что усеяны талиновитые, головные гэты талент своечасово раскрыть. И тогда каждый из этих детей станет еще одной школьной зорочкой. Даша Хаменко такой зорочкой уже стала. У школе ее характеризуют как вельми талиновитого человека. И она любит спевать и танцевать, наведывая несколько объединений по интересах, играя головные роли у школьных спектаклях. На республиканском конкурсе выконывала верш Кондрата Крапивы «Дед и баба». Миновито этот твор разом с классным керуником выбрала не выпадково. И он, как нельзя лепше, подходит для людей с артистичными здольностями. Хоп, я нас, колес, села ля дороги. А коня, як чорт понес, где взялися и ноги? В остановах часом есть вот такие ж бабы. Здаться, робят яны штось, але справы слабы. Дык такая не тяче, скажем ей нарешті. Мо без вас было б легчей, паспробуйте злезти. Особливость початковых школ у тем, что тут невеликая колькость вучнев и наставников, а тому перемога одного – свято для усіх. Об тем, что Даша Хаменко поехала у Полоцк, где у рамках Дня белорусского письменства проходил республиканский конкурс юных читальников, ведали усе. А тому, когда пришла новина о потримании девчинкой диплома первой ступени, некоторые не могли стримать слез радости. Конечно, я плакала. Я до этого плакала, переживала очень. Слез, конечно, я не могла сдержаться, эмоции я не могла сдержать. Естественно, я сразу сообщила всем родителям,
администрации школы, мы все, конечно, были шокированы, хотя победу я предчувствовала. У 13-й Жлобинской средней школе до перемог вучняў привыкли. Гэтая установа у районе сярод лидеров и в олимпиадном руху, и по выниках централизованного тестирования. Але восьмикласниц Ульяну Широкую и Лизу Титову все равно сустракали як героев. У новом навучальном годе яны стали першими навученцами, якія атрымали узнагороды на спаборницах республиканского узроўню. На конкурсе юных читальников дзяўчынкі прочитали баладу Анатолия Вяртінскага «Плач спаленай вёскі». Назва кажа сама аб сабе, гэта твор аб людзях, якія загінулі ад рук карнікаў. Хацелі б сказаць мы вам добрыя словы, ды вораг люты пазбавіў нас мовы. Не вымавіць слоўца, безмоўныя все мы. Сё нема, усё нема. Не можам прыведзіць, не можам праводзіць, ні мы на сяле тені нашы ходзіць. Не бачыць, не чуць, ні слова сказаць мы не ў стане. Мы попелам сталі, мы попелам сталі. Ульяна Шырокая і Ліза Цітова – людзі ў 13-й Жлобінскай школе вядомыя. Перамогі ў конкурсах па вучэбных прадметах і актыўны ўдзел у жыцці ўстановы – гэта з іх характарыстык. Апрача таго, абедзве любяць чытаць кнігі пра вайну, таму і твор для конкурсу выбралі на ваенную тэму. Праўда, кажуць, крыху шкада, што не атрымалі дыплом першай ступені, але і другое месца – гэта таксама перамога. Мы занимались после уроков, уделяли этому большое количество времени, делали долго презентацию, тренировали выразительность, но это того стоило, мы победили, это очень хорошо. Олег Сентюров, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель» со Жлобином. Гомель рыхтуецца адзначыць 875-годзе. Зараз у абласным цэнтры вядуцца рэпетыцыі святочнай праграмы. Цырымонія адкрыцця Дня горада адбудзецца ў пятніцу 15 верасня ў Гомельскім дзяржаўным цырку. Гасцей чакае сапраўды феерычнае шоу. У ім будуць задзейнічаны больш як 200 студэнтаў абласнога цэнтра, а таксама шматлікія творчыя калектывы. На арэне цырка разгарнецца яскравае дзейства, якое раскажа пра гісторыю ўтварэння горада над Сожам, пра вялікі народны подзвіг яго жыхароў у гады Вялікай Айчыннай вайны і пра сучасныя дасягненні. Шоу-праграма будзе суправаджацца цыркавымі, харэаграфічнымі і вакальнымі нумарамі. Не абыдзецца і без відовішчных спецэфектаў, піратэхнічныя элементы і відэатрансляцыя па перыметры ўсяго цырка, на думку арганізатараў, дазволіць дапоўніць сюжэтную лінію і ўзмацніць успрыманне. То радуюць, што і это здорово, что сам цирк, арена, она располагает так, чтобы световые эффекты, они были полностью погружены нашим взглядом, и наши зрители, гости, вот это созерцали, видели вокруг, что происходит, вот это все действо. В этом вся, конечно, прелесть. Прелесть в том, что будет видеоматериал показан не только на стенах, но и на потолке. И это будет как бы дополнять сюжетную линию этой программы. Працягнуцца святочныя мерапрыемствы ў суботу 16 верасня. Гасцей чакае шмат прыемных сюрпрызаў. На плошчы Леніна, напрыклад, разгарнецца своеасаблівы юбілейны горад. Тут будуць прадстаўлены прадпрыемствы і арганізацыі абласнога цэнтра, для якіх сёлетні год таксама быў юбілейным. У скверы імя Грамыкі будзе арганізавана літаратурная музычная праграма з выступленнямі народных калектываў, паэтаў, аўтараў, выканаўцаў і кампазітараў. У праграме таксама фестываль вінаграду і свята рыжага горада з удзелам яго рыжавалосых жыхароў. Напрыканцы свята ва ўсіх раёнах горада адбудуцца феерверкі. У Тураўскай епархіі Беларускай Праваслаўнай Царквы 12 верасня адбудзецца штогадовы хрэсны ход з цудатворнай іконай Божай Маці Юравіцкая Міласэрная. Хрэсны ход пачнецца з боскай літургіі ў Свята-Міхайлаўскім кафедральным саборы Мазыра. Пасля паломнікі накіруюцца ў Юравіцкі свята Расства Багародзічны мужчынскі манастыр, дзе пройдзе малебен перад цудадзейнай іконай. Яна, дарэчы, ўжо дастаўлена ў Свята-Міхайлаўскі кафедральны сабор у Мазыры, і вернікі могуць пакланіцца святыні. Свята Рашства Багародзічны мужчынскі манастыр – помнік архітэктуры віленскага барока, адзіны ў Гомельскай вобласці. Ён быў пабудаваны ў пачатку 18 стагоддзя як рэліквары для цудатворнай іконы Божай Маці Юравіцкая Міласэрная. Гэтыя іншыя навіны вы можаце знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце па адрасе www.tvrgomel.by. Далей у эфіры спартыўны агляд з навінамі спорту вас пазнаёміць Міхаіл Садоўскі.